Алиска! Всем привет! Вы на канале Мисс Элис. И сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось 7 лет. Какое счастье! Алиске сегодня 7 лет. Да, и мы решили поснимать на самом интересном месте, когда мы поедем очень много куда. Мы покушаем в Макдональдсе, пойдем за подарками и еще пойдем в развлекательный центр. Смотрите, какой у меня кошелечек. Ну все, поехали. Да, поехали. Приятного просмотра. Ну что, мы уже приехали? Да, поездка была очень долгой. Мы уже приехали. Поздоровайся с ребятами. Так, ты мне расскажи, мы куда идем? Сначала мы идем за подарками. За подарками. Нам на третий этаж. Пойдем. Ага. На третий. Идемте. Да, там детский этаж. А потом пойдем кушать. Да, потом пойдем кушать. Потому что все голодные. Мы даже еще не кушали. Едем по СБСу. Очень красиво. Как раз там мне пингвины вон те внизу нравятся. Мы тут недавно были, уже их видели, да? Да. Мы рады очень. Рада. Доча рада. Да, здесь много всего, много детских магазинов, это целый детский этаж. Да. Но мы сейчас идем в конкретный, потому что нам нужен кто? Нам нужен дельфин. Да. Вниз лучше не смотреть, там такая высота. Ага. Здесь прям очень красиво. Конфетный город. Да. И курица конфетная. Кто конфетная? Курица. Курица конфетная? Да. Висит курица конфетная. А на потолке бабочки. Угу. Вот сюда. Сюда. Да, заходим. Идемте. Алиса, не трать 2 рубля. Ну-ка, смотри. Смотрите, тут есть свинки такие. А дельфин? А вот есть медуза и дельфинчик. Так. У Алисы вот такая уже есть. Ага, и а так какая? Мой набор есть. И давайте еще получше. Такой, такой. Одна кисть. Так, мы уже в новом магазине. Одна кисть. Смотрим монстряшек. А здесь русалка. Увидели, ребят, такую страшную куклу. Как вам? Посмотрите, какие глазюки. Смотрите, кого мы нашли. Это Сара, у тебя такая же была. Да, была. Сара Скрим. Моя любимица. Куколок. Disney Посмотрите Princess. На меня. Алиса, коробка грязная. Так, что тут еще есть интересного? Тролли. Алис, смотри, маленький кексик. Какие-то котятки. Маленький кексик. Да, маленький кексик. Алиса, они прикалываются? Да. Дети я в магазине посмотри, игрушек. Кошмар. Чего там у тебя нет? А помните, мы разыгрывали? Да. И такой нет. Жуют. Да, мы все купили и решили покушать. Кушаем макдаки, вкусняшки, мороженки, наггетсы. Угу. И картошку фри. Да. Готовимся идти в лесики. Thank you.
какие миньоны. Хороший, да? А Риту забили в гол. Пошли, мячики. Мы очень устали, поэтому пойдем домой распаковывать подарки. Да, мы набегались, наигрались, и теперь домой вперед. Мы все красные. Красные. Ну все, погнали скорее подарки распаковывать. Да. Ну что, показывай, что ты там себе купила? Да, за свои денежки я купила сквиша улиточку. А, за подаренные денежки Алиса купила себе сквиша. Ну, очень вкусно пахнет. Понюхайте. Понюхали? Да каким-то чаем фруктовым. Ну вот мы и вернулись домой. Смотрите, что мне подарила бабушка. Это шарики оригинал. Лол Пэтс, да. И Лол Конфетти Поп. Да, это оригинал. Давайте начнем с оригинала конфетти. Так, ну что, мы будем сейчас все распаковывать, вам показывать, да? Да. Что у нас за первые Снимаем. Подарки тут на день рождения Алисе перепала? Первый. Там где-то что-то татушка. Вот такая вот тут. Вот. О, с мячиком футбольным. Да. Так, инструкцию нужно снять отсюда. Но она мне нужна. Мы знаем и так, как их открывать. Итак, первые. Ты, наверное, все достань. Тут нету сюрприза. Ты, наверное, все достань, а потом мы будем... Подожди, ты так не крути. Вот это закрыла, а теперь крути. Ты все достань, а потом мы будем их открывать. Давай. Не довертела. Чуть-чуть. Так, тут сразу веревочка есть. Но мы пока за нее не тянем, друзья. Тут, наверное, бутылка. Достаточно на конфетти. Все, да? Да, вроде все. Ну, давай, тяни. Отползаем. Куклы, раз, два, три. И кто тут? Смотрите, какая красотка! Ух ты, с косичками, как у Алисы. Да. Так, вот такая вот замечательная куколка Лол нам попалась в шарики конфетти. Классная. Давайте откроем теперь подделку. Мне сравним. Это тоже конфетти поп, подделочка. Красный шарик. Ой, как плохо открывает. Тут шарик, по-моему, еще светится в темноте. Так, ну на конфетти поп он не похож сразу же. Ой, там кукла блестящая. Так, и в шарике подделки нам попалась вот такая вот куколка. Ну, кстати, даже неплохая. В принципе. И бутылочка к ней. Я открыла один слой у Пэтс, и такая вот подсказка. Разбитое сердце, куриная ножка. Отличная подсказка. Так, тут у меня головы всяких питомцев. Открываем. Это либо трусики, либо кофточка. Открываем. А это, по-моему, котик будет. Ну, наверное. Так, открываем. Тут, похоже, доделала совочек. Собачка будет. Собачка с косточкой? Да. Собачек. А вот тут такой совочек. Давай откроем. Давай скорее смотреть. Кто там у нас в трусиках? Какой милашик! Ну-ка показывай. Это котик. Ну не знаю, это собачка, потому что тут видишь косточка, знаете, ты еще не открыла один. А тут что интересненько? А, да, собачка. Это собачка, хвостик вверх торчит. Вот такая собачка попалась нам. Бутылочка такая вот. Бутылочка с косточкой. И, похоже, это дело нету больше сюрпризиков. И давай в песочке тапочки искать? Да. Или еще какой-то аксессуар. Вот. Так, открываем. Так, смотрите, какой песочек. Голубенький песочек. Какой классный. Лопаточка. Он очень приятный на ощупь. Давай лопаточкой. Отыскиваем, что там, тапочки. Или не тапочки. Тапочки, да? Или не тапочки? Тапочки. Нет, тапочки. Это не тапочки. Это, похоже, очки. У Давай. Твоей собачки будут очки.
Да, это очки. Ух ты, ничего себе. Вот такой пес Барбос нам попался. Ну что, Алиска, распаковала свои? Да. Кукол. У нас тут весь дом этих кукол. И две куклы писаются. Вот это вот питомец и... Лол. А теперь Алиса получает мега-супер-сюрприз. Что же там в пакете? Дерево кукла! А мы ее двигали, друзья. Это дерево куколка Монстерхай. Это то, что ты хотела? Да, нимфа. Древесная нимфа. Покажи. Ничего себе, какая она огромная. Мы же ее в магазине видели, помнишь, Алиса? Да. Какая она огроменная. Тут целых три Монстерхай в одной. Ага. Будем открывать? Давайте. Посмотри, какие у нее ноги огромные. Я вам сразу демонстрирую куколку дельфинчика, которая у нас попалась. Энчи Анималс. Вот он сам дельфинчик. О, какая милаха. Как будто муравьи ползают. С кисточкой. Тут всякие муравьишки. Алиска с бабушкой распаковывает куклу. Так, а где тут еще что? Ага, вот. Вот. Все, мне тут все подали. Значит, здесь в каждом наборе было по аквариуму, по кисточке. И играть мы не только как песочек для питомца, а еще вот так вот с формочками. Да. Так, и жалко, куколка. Жалко, что солнца нету, потому что песочек от Лол мог бы же на солнце менять цвет. Так. И куколка Enchanimals, которая у нас кто? Я все время забываю. Осьминожка. Угу. Мне нравится ее юбка. Крутецкая. И прическа мне и прическа. Нравится. И эти куколки обе меняют цвет волос. Это мы тоже маленького посмотрим. Покажи. И маленький осьминожка улыбается. Тут стоит наша куколка. Смотрите, какая она красивая. Как мы дерево. Мы пока играли с Алисой. Ну, как дерево такое все красивое. Руки у нее такие необычные. А что ты такая? Матушка такая. Она открывается. Она открывается. И есть сзади механизм вот такой вот. Ой, за волосами ее не видно. Вон, видите, зелененький. С помощью него. Так, сейчас нужно сначала ей вот так вот отпустить. Вот так вот этот. Прокрутить. И она может завять. Вот так вот этот. И снова распустить свои листики. Ну и вот такой вот у меня телефон золотой. Сонечка. Отдай камеру, да? Мы с подружкой тусим. Тусим. Это уже лайк показывает. Да. Пока.